Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот таких красивых малышей. Вот такая курочка, цыпленок и совушка. Они вяжутся по одной схеме, вяжутся очень легко, очень быстро. Вот такие красивые маленькие, получается, птички, брелочки. Они отличаются только по цвету. И вот с совушкой немного по оформлению. Так как у курочки и у цыпленка есть красный гребешок, у совушки нет. И клеевые глазки больше, чем вот у курочек. А так они абсолютно ничем не отличаются. Расход пряжи минимальный вяжется очень быстро, очень легко. Для этих птичек я буду использовать вот такую пряжу. Свяжем сегодня с вами цыпленка. Вот в 100 граммах 120 метров и вязать буду крючком 4 миллиметра. Также не сказала по размерам. Получается вот до 5 сантиметров вот такие малыши крошки. беру пряжу желтого цвета так как буду вязать цыпленка. это у меня основной цвет. делаем кольцо амигуруми и в это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида 1 2 3 4 и пять, шесть, семь, восемь. В первом ряду восемь столбиков. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Один столбик. Сюда же провязываем второй столбик. Оденем маркер.

во втором ряду 16 столбиков в третьем ряду будем вывязывать вот такие ножки провязываем 3 столбика 1 2 3 желтую пряжу оставляем я беру оранжевую пряжу и Присоединяем оранжевую пряжу за переднюю стенку столбика, не за две стенки, а только за переднюю. Присоединили и провязали столбик без накида. Ниточку отрезаем, вытягиваем, продолжаем вязать желтой пряжей оранжевый хвостик вот так прячем мы его будем ввязывать и теперь за заднюю стенку провязываем столбик оранжевую пряжу подтянули второй хвостик оранжевой пряжи тоже будем ввязывать далее вяжем уже за две стенки столбика провязываем один столбик Основным цветом второй и третий. Снова оставили желтую пряжу. Берем оранжевую пряжу и вывязываем вторую ножку. За переднюю стенку столбика присоединили оранжевую пряжу и провязали столбик без накида. Отрезаем ниточку, вытягиваем. Снова ниточку оранжевой пряжи запрятали. И за заднюю стенку то, что у нас осталось, провязываем столбик без накида. Далее берем второй хвостик оранжевой пряжи, прячем его и довязываем столбики без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь без изменения 16 столбиков. Вот эти оранжевые хвостики завязываем на два узелка. Один хвостик и вот два хвостика на второй ножке. Все, и запрятали их вовнутрь. Вяжем следующий четвертый ряд.

12 13 14 15 и 16. это четвертый ряд. В пятом ряду вывязываем крылья вяжем один столбик без накида 2 3. Смотрите так, чтобы крылышки располагались сбоку. Возможно, вам нужно провязать 4 столбика. Вот я провязала 3. Крылышко будет сбоку. Теперь 3 воздушных петли. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. 1 в следующую. Второй. И в сам столбик Делаем соединительную петлю, чтобы не было никаких дырочек, теперь провязываем столбики по туловищу: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Также смотрите: возможно, у вас будет смещение и снова второе крылышко 3 воздушных петли во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида 1 следующую 2 и в основании вот столбика сделали соединительную петлю и довязываем столбики по туловищу 1 2 3 4 пять шесть семь это был пятый ряд вяжем следующий шестой ряд провязываем шестнадцать столбиков один два три крылышко опускаем вниз Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Крылышко опускаем вниз. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И шестнадцать. Это шестой ряд. Вяжем седьмой ряд. В седьмом ряду будут убавки. Вяжем два столбика и убавка. Один, два и убавка. Так провязываем четыре раза. Два столбика, один. 2 и убавка. Снова повторяем два столбика. 1, 2, убавка. 1, 2 и убавка. В конце ряда получилось 12 столбиков теперь на этом этапе я вышиваю клювики вот потому что мне так удобней их можно и вышить после того как уже полностью связали игрушку для этого берем красную пряжу и вот смотрите глазки располагаются над крылышками и вот там где крылья я вышиваю клювик вот в этом месте вставляю иголку с изнанки оставляю хвостик пускаюсь на один столбик ниже и делаем такой треугольник И теперь эти два хвостика завязываем на два узелка. Также я наполнила наполнителем игрушку. И теперь вяжем последний восьмой ряд. Здесь делаем шесть убавок подряд. Один, два. Три, четыре, пять и шесть. хвостик снова немного до заполняем игрушку теперь нам нужно спрятать дырочку которая осталась сверху за передние стенки каждого столбика так проходим иголочкой Теперь ниточку затягиваем и выводим сбоку игрушки вот такая основа готова если вы вяжете совушку то вам осталось приклеить глаза и игрушка готова а для курочки и цыпленка нужно вывязать еще гребешок берем красную пряжу для вывязывания гребешка я беру тоньше крючок мне так удобней и вот по центру присоединяем красную пряжу прикрепили сделали воздушную петлю и снова соединительный столбик повторяем воздушная петля и соединительный столбик воздушная петля и соединительный столбик получается такой гребешок отрезаем ниточку эти два хвостика прячем приклеиваем глазки и вот такие цыплята курочки совушки у вас готовы всем спасибо за внимание до новых встреч